Прежде всего, хотелось бы заострить внимание на том, для чего вообще необходима автоматизация. Ну, прежде всего, она необходима для того, чтобы избавиться от влияния человеческого фактора на многие бизнес-процессы. Также она позволяет во многих случаях, во многих компаниях отказаться от бумажных носителей, на которых ведется та или иная деятельность или в тот или иной учет. Соответственно, если мы переносим учет из бумажных носителей в электронный вид, то мы получаем отчетность более качественную. То есть получается, повышается качество информации, которая, на основе которой могут руководители основывать свои решения. Кроме этого, позволяет ускорить те или иные бизнес-процессы. Ну, вот это, наверное, основные моменты, которые позволяют решить именно автоматизация. Автоматизация бизнес-процессов. Если взглянуть на это словосочетание, то видно, что оно состоит из двух частей – автоматизация и процессы. Причем главным в данном словосочетании является именно слово «процессы». Поэтому я хотел бы сделать небольшой экскурс именно в сторону процессов. Хотелось бы пояснить, что мы будем понимать под словом «процесс». Итак, процесс. Процесс произошел от латинского слова «processus», что означает «движение», «продвижение». Процессы бывают в различных совершенно областях. Это и медицина, может быть, это и химия, и физика, и информатика. Поэтому также бизнес. Поэтому я предлагаю остановиться на том словосочетании, которое относится именно к бизнесу. То есть мы будем понимать именно бизнес-процесс. Хотелось бы дать определение бизнес-процессу. Бизнес-процесс я бы назвал набором стандартизированных, типовых, структурированных, последовательных действий, направленных на предоставление услуги или продукта потребителю, имеющие для него ценность. Хотелось бы сразу же предостеречь, чтобы не путали процесс и проект, потому что это две совершенно разные вещи. Проект отличается от процесса в первую очередь степенью своей новизны, инновационности и уникальности. Процесс же – это типовое действие, которое производится многократно и не является никогда уникальным. Процессом же можно назвать, ну, например, ежедневные походы на работу. Потому что это действие вы повторяете каждый день, вы знаете дорогу на работу как свои 5 пальцев. И это действие очень важно для вашего потребителя, которым является работодатель. Ну, а теперь перейдем, наконец-то, к автоматизации бизнес-процессов. Прежде всего, хотел бы сказать, что перед переходом к автоматизации необходимо, чтобы ваши процессы были структурированы, формализованы, они были желательно прописаны, и только после того, как они уже всем понятны и работают, в принципе, можно приступать к автоматизации. Итак, допустим, у вас все бизнес-процессы уже формализованы, и вы знаете точно, что вы хотите автоматизировать. В этом случае вам необходимо будет с IT-специалистами и с владельцами бизнес-процесса уже написать требования к той информационной системе, которую вы хотите в результате получить, и выделить те процессы, которые вы хотите автоматизировать. Под автоматизацией я подразумеваю больше, наверное, информатизацию, то есть использование информационных систем для того, чтобы облегчить труд людей, сотрудников, которые участвуют в данном процессе. Это первый шаг, то есть описание того, что мы хотим получить. Вторая часть, которую нужно будет решать. Если оказывается, что требования можно реализовать с помощью той системы, которая у нас сейчас есть, тогда дается задание разработчикам, программистам, которые и дорабатывают данную систему до необходимой кондиции. После этого можно будет переходить уже к этапу обучения и внедрения. После того, как прошло внедрение, можно замкнуть цикл
непрерывного совершенствования бизнес-процессов, то есть опять производится анализ владельцами данного процесса, они формируют какие-то незначительные изменения в процессе или необходимости доработки информационных систем, и таким образом маленькими кусочками постоянно производится модернизация бизнес-процессов и их оптимизация с точки зрения информационной системы. Если же вдруг оказывается, что система не позволяет сделать автоматизацию тех процессов, которые наметились, здесь мы переходим уже в более обширную область. Это выбор системы и внедрение новой системы. Если мы идем по пути выбору новой системы, это, как я сказал ранее, довольно большая область и отдельная задача, которая включает в себя уже несколько подэтапов и несколько подразделов. Ну, прежде всего, необходимо будет выбрать, какие же из систем нам подходят. То есть необходимо будет провести анализ рынка достаточно серьезный, где необходимо будет выбрать системы, которые подпадают под те или иные параметры, которые нам необходимы. После того, как мы выбрали системы, если оказывается, что у данной системы несколько поставщиков, необходимо будет еще делать выбор поставщика, потому что очень часто успех проекта зависит от того, кто будет внедрять ту или иную систему. После того, как система выбрана, выбран поставщик этой системы, то есть та компания, которая будет внедрять, тогда вместе уже и IT-департамент, и заказчики этой системы, и компания, которая предоставляет эту систему, совместно реализуют проект по внедрению. Ну, естественно, я, наверное, опущу тот момент, что необходимо подписывать будут и документы, и определенная проектная документация должна быть введена. Это отдельная совершенно тема, но тем не менее этапы будут примерно такие. Это выбор сначала системы, после этого выбор поставщика, после этого уже непосредственно внедрение. После того, как система внедрена, мы переходим опять к стандартному циклу непрерывного совершенствования. Дальше уже владельцы процесса будут выдвигать небольшие требования, где необходимо, ну, буквально там, назовем это напильником, доработать те или иные моменты. Компания же будет, или уже непосредственно сотрудники департамента IT, дорабатывать систему под требования владельцев процесса и таким образом, опять же, совершенствовать процесс. Немножко хотелось бы отвлечься на стадию моделирования бизнес-процессов. Многие заостряют на этом внимание, говорят, что необходимо множество дорогих систем, чтобы обязательно там все это разрисовать, долго, муторно. На самом деле все гораздо проще. Вы можете это описать в каком-нибудь текстовом редакторе, неважно в каком, в виде слов. Это то, что понимают люди. Для меня лично легче воспринимать информацию в графическом виде. В принципе, и многие люди, большинство людей в графическом виде воспринимают информацию гораздо лучше. Поэтому я рекомендую именно зарисовывать эти бизнес-процессы. Их можно зарисовывать в виде просто бизнес-процессов, а в виде блок-схем. Это одна из нотаций. Есть также специализированные нотации для формализации бизнес-процессов. Например, одна это BPMN. Также можно воспользоваться стандартами EDF-0 или EDF-3. Информацию по ним вы можете найти в Википедии. Наверное, не стоит сейчас углубляться в описание. Если интересно, можно уделить этому отдельную лекцию. Хотелось бы привести пример автоматизации бизнес-процессов на основе реального проекта. Этот проект был реализован в компании Nidan Soki. Если я помню, в 2005 году мы тогда внедряли систему ADAIA класса Warehouse Management System.
изначально, перед тем, как мы приступили к внедрению данной системы, склад работал уже на информационной системе, но, к сожалению, множество работ происходило все равно в бумажном виде. Допустим, для того, чтобы снять тот или иной палет с стеллажа, необходимо было распечатать документ или дать устную команду грузчику или штабелеру, который подъезжал, после этого снимал, куда-то это вез, и после этого привозил это все в офис. В офисе скапливалось огромное количество бумаги, и невозможно было понять, где же все-таки что находится в текущий момент времени. Все равно были запоздания во времени, и количество бумаг было достаточно много. С помощью данной системы мы практически полностью избавились от бумажных носителей. Почему? Потому что люди уже работали с терминалами сбора данных. Система была, да, интегрирована с системой Аксапта, которая изначально приход товаров поступал непосредственно в Аксапт, то есть Аксапт попадал в Адаю, и на приемке уже была информация в терминалах, что же необходимо оприходовать тому или иному сотруднику. Кроме того, когда необходимо было совершить обратную, например, ситуацию, то есть это снять товар с той или иной полки, точнее стеллажа, точно так же человек, сотрудник, получал информацию о том, что необходимо подъехать к такому-то номеру стеллажу, такая-то ячейка, снять туда-то и привезти ее в какую-то зону для того, чтобы там осуществлялся подбор. В результате вот автоматизации этой деятельности у нас мы достигли скорости, что когда с завода выходили палеты, примерно скорость была одна палета в минуту. И мы эту скорость могли обеспечить. Вот это вот самый максимум, который у нас был. То есть очень большая, высокая скорость. Палеты прям вот выходили, и если, не дай бог, какая-то задержка, то все. Но это как раз в пик, когда все линии начинали работать, они забивали вот эту буферную зону практически мгновенно. И штабелеры вместе с карщиками просто носились туда, только и успевали принимать заказы на свои терминалы и, соответственно, их ставить. Без автоматизация вот этого процесса, сделать подобного класса процессы невозможно было бы никак. То есть это однозначно только через автоматизацию. Также могу привести пример из области медицины, то есть из той компании, где я сейчас работаю. Мы автоматизировали процессы оказания медицинских услуг. А точнее, немного помогали с помощью информационной системы врачам в оказании тех услуг, которые необходимы пациентам. Всем известно о том, что при определенных болезнях или нозологиях, диагнозах необходимы бывают те или иные назначения. Для того, чтобы стандартизировать подходы врачей, для того, чтобы можно было быть уверенным в том, что врачи следуют именно тем стандартам, которые предписаны в той или иной клинике, существуют медицинские стандарты, и мы реализовали проект по внедрению вот этой системы МЭС в нашу информационную систему. На данный момент есть возможность у врачей, если они выбирают ту или иную нозологию для пациента, ему предлагается выбрать те или иные услуги, которые необходимо оказать по стандарту, которые изначально приняты в Российской Федерации. Там есть и перечень обязательных услуг, есть перечень необязательных услуг, которые могут быть оказаны и по необходимости, если так решил врач. Вот эта автоматизация, она, конечно, не ускоряет значительно работу врача, но она позволяет улучшить именно качество. И точно так же можно будет получать, не можно будет, а уже можно получать отчеты, насколько тот или иной врач отходит от медицинских стандартов, которые приняты в компании. И, соответственно, можно принимать некие корректирующие действия для того, чтобы вернуть его в стандарт. В завершение данного курса хотелось бы обратить ваше внимание на основные аспекты автоматизации бизнес-процессов.
Первое, что хотелось бы сказать, это что автоматизация бизнес-процессов сама по себе не является панацеей. Как я говорил ранее, автоматизация бизнес-процессов или автоматизация процессов состоит из двух частей. Это автоматизация и процессы. Причем первая часть – процессы более важны, чем сама автоматизация. Если у вас наведен порядок в процессах, то автоматизировать их не составит никакого труда для профессионалов.